Свежее мясо, молочная продукция и овощи напрямую от поставщиков по доступным ценам. В Мирном прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка местных производителей. Свою продукцию представили фермеры Мирнинского, Сунтарского, Вилюйского, Нюрбинского, Алекминского районов и Якутска. Гастрономический праздник посетила моя коллега из Алмазного края. Это, пожалуй, самая вкусная ярмарка Алмазного региона. Здесь, в торгово-имущественном комплексе «Юбилейный», собрались сельхозтоваропроизводители Мирнинского, Сунтарского, Вилюйского, Нюрбинского, Алекминского районов и города Якутска. Дикоросы, мясо, молочная продукция и овощи. Почти каждое предприятие представило новинку. Мы хотим, чтобы люди, которые проживают на территории республики, они равномерно и повсеместно имели доступ к качественной местной продукции. В рамках этого мы создали этот проект, который на сегодняшний день очень активно поддерживается руководством республики, очень активно поддерживается общественностью. Ну, о поставщиках и торговых сетях тут даже речи быть не может. Они все сами очень рады войти в этот проект, и поэтому каждый этап у нас проходит очень активно, очень много магазинов входит в этот проект. У мясного прилавка не протолкнуться. 500 рублей за килограмм свежей говядины, 610 рублей за килограмм копченой оленины. Большая очередь выстроилась из-за молочной продукции. Масло сливочное 550 рублей за килограмм, упаковка сметаны 200 рублей. Меня всегда привлекают натуральные продукты. Масло сливочное вкусное, сливочки натуральные, пастеризованные, ну вкуснятинка. А цены вас устраивают? Цены абсолютно нормальные. Что вы накупили на этой ярмарке? Вот я купила молочное, в основном молочное. И брусника, изделие вот натуральное, натуральное. Все не купишь, потому что так, и так руки обрываются. Настоящий фурор произвел знаменитый алекминский сыр, сделанный по голландской технологии. По качеству он ничуть не хуже импортных. Предприниматели из Якутска предложили попробовать северный чай, сделанный из прокрученных листьев иван-чая. Желающие приобрели подарочные наборы. Чем севернее трава произрастает, тем оно сильнее, качественнее, богаче микроэлементами. Выставка-ярмарка прошла в рамках республиканского проекта «Сделано в Якутии». Организаторы – Министерство сельского хозяйства Якутии, районная администрация и медиагруппа «Сетим». Очередной гастрономический фестиваль состоится в декабре перед праздником Нового года.